Последние репетиции перед ответственным выступлением. Эти веселые малышки приехали из села Каринское на 23-й открытый фестиваль-конкурс «Серебряный олень». У нас дебют, мы впервые на этом конкурсе, вот, поэтому немножко волнуемся, да? Но в целом готовы принять участие, получить удовольствие. И вот он, долгожданный дебют. Сладкоежки зажигают на большой сцене. Отбор прошли 110 участников из творческих коллективов со всего Подмосковья. Классика и неоклассика, уличные и народные танцы. Костюмы, постановка, движение, артистизм и безграничная фантазия поразили жюри. Конечно, для детей выступление на такой большой сцене – это всегда яркий момент в детстве, и это очень важно. Вот я по своему детству помню, когда я выступал на своем первом международном конкурсе «Степ-парад». Для меня это были самые яркие моменты, что-то невероятное. Это то, что очень сильно вдохновляет, мотивирует, и ты еще больше влюбляешься в танец. Ильшат Шабаев, неоднократный победитель различных конкурсов, знает в них толк. Фестиваль «Серебряный олень» – прекрасный шанс проявить себя, говорят организаторы. Конкурс «Серебряный олень» – это конкурс достижений, безусловно. Это не просто ребята пробуют себя, привозят уже хорошие, качественные номера. Поэтому конкурс получается не просто ярким и приятным, а очень профессиональным. И жюри нам в этом помогает. Тем временем в фойе расположилась целая выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства из работ участников. В этой номинации жюри оценивает ребят по особым критериям. Если у детей младшего возраста, мы больше обращаем внимание на некую непосредственность и эмоциональную выразительность. У детей более старшего возраста мастерство уже оценивается. Картины в разных техниках, коллективные, индивидуальные работы из бумаги, ткани, войлока, дерева и других материалов. Каждая продумана до мелочей и сделана с большой теплотой. А это главное, уверены члены жюри. Что такое талант? Это прежде всего большое желание. И вот если у них будет желание, они будут талантливыми детьми, чтобы им было интересно, чтобы они чувствовали, что радуют кого-то своими работами. Фестиваль-конкурс «Серебряный олень» уже стал своеобразным брендом нашего округа. Он проводится на безвозмездной основе и дает возможность проявить себя самым творческим и талантливым. Финальный гала-концерт запланирован на 1 апреля 2023 года. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».